Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Зеңді қақ кез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын шек үгем тұлу, жеңіз біз есебін білесін. Әркес сұм болады айта, келі спортында бірақ айтпай. Көзіңе шоқу, күрегің ояу, сені мұң ол болсын. Thank you.
Добрый-добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Добро пожаловать в спорткомплекс «Достык», где буквально через 2,5 минуты начнется игра между Алматинским легионом и Барсой из Атырау. Напомним, что это вторая игра между данными коллективами, которая проходит по расписанию. К сожалению, вчера по техническим моментам игра не состоялась, и она будет перенесена на неопределенное время. Так как спорткомплекс «Чемпион», да, проблемы там с баскетбольной стойкой, то данная игра перенесена в спорткомплекс «Достык». Достаточно известная арена в Алматы. До предыдущего сезона была основной ареной. И баскетбольный клуб «Ирбис» в прошлом году, и Алматинского легиона. Год назад Алматинский легион, когда еще играл в высшей лиге, принимал тур на данной арене. В общем, я думаю, любители баскетбола в Алмате и в Казахстане знают данный спорткомплекс. Да, баскетбольный клуб «Атырау» в Алмате уже больше недели. Я думаю, вчерашняя отмена игры им пойдет на пользу, так как они отдохнули. Был дополнительно один выходной. До этого они 25 и 26 января, в четверг и в пятницу, встречались в спорткомплексе «Чемпион» против баскетбольного клуба «Ирбис». К сожалению, для них они потерпели 2 поражения. И посмотрим, что будет на этот раз. Барс Атырау, Алматинский легион. Увидим ли мы первую победу Атырау в Алмате, либо Алматинский легион выиграет. До этого Алматинский легион не выиграл. Атырау в этом сезоне 2 игры произошли 5 и 6 декабря. 5 декабря Барс Атырау выиграли всего 3 очка игроков из Атырау, 87-61. Все готово к началу матча. Барс Атырау в белой форме, Алматинский легион в темной. Да, уважаемые зрители, вы можете писать комментарии, ставить лайки, отправлять эту ссылку своим друзьям. Я не представился, меня зовут Алишер Ергалиев. Данную игру я буду комментировать вместе с вами. Да, все готово к началу матча. И у нас произошли изменения в составе клуба из Алматы. Завершился контракт у легионера из России Хасана Кипкеева. И буквально через пару дней, если не ошибаюсь, в пятницу, Алматинский легион объявил о переходе американского легионера, который начало сезона 20 игр провел в составе Павлодара. Это Кишон Тап, который набирает средний по сезону 25 очков. И сейчас мы его увидим под 7-м номером. Он дебютирует в составе Алматинского легиона. Чиликин. Да, 2 легионера Алматинского легиона. Это Чиликин, и который сейчас забивает с разворота. И Кешон Тап. Много было разговоров. Я и с ребятами разговаривал, со зрителями, с болельщиками. Думали, будет ли главный тренер Дмитрий Коровников использовать 2 разыгрывающих одновременно, Данила Севергин и Кешон Тап, или будет по очереди. Но все-таки решил он легионера, новичка клуба, выпустить сразу в стартовом составе. Вот и Кишин Тап. Первое касание мяча в составе Алматинского легиона. Не часто у нас происходит, когда легионеры меняют клубы, особенно в течение сезона. Если честно, я не помню, когда бы это было. Рамзан Самси забивает сверху. Неплохо начинает. Молодой баскетболист из Атырау. Ответил он Чиликину. Пока 2 центровых, 2-2. По 2 очка забили. Тимофеев. Пас на Сахипова. Сахипов. Точно! Уверенно забивает Сахипов. И Кишон Тап делает перехват. Мяч просто к нему приходит. Это его первый бросок. Ставил легиона. Каждый раз, да, я подмечаю. Сахипов. Не точно. Тимофеев неплохой. Сделал подбор. Чиликин. Не точно. Пока нравится мне, как играет легион. Атырау. Пока глупые 2 потери. Но забили они одну. В одном нападении. Гарит с мячом. Паса Хенрикса. Ванте. Хенрикс Ванте является... Да, Джамаури Грек, извиняюсь. Перепутал. 14-11 номер. Богдан Рыбченюк. Точно.
Пока достаточно рецитивно идет игра. За 2 минуты счет становится 5-4. Сахипов. Да, фалят на нем. Да, 2 штрафных. Фиксирует судья. Сахипов будет бросать 2 штрафных. Забивает. Второй штрафной Станислав. И быстрый отрыв. Тангиев убегает. Нет, не стал торопиться. Рабчинюк. Закинул Самсину под кольцо. Самсин против двоих. Пас на Рабчинюка. Дальше Тангиев. Пытается обыграть Сахипова. Неплохая была передача, но остается мяч у Атраусов. Восемь секунд на владение. У гостей площадки. Самсин, пас на Рабчинюк. С угла точно забивает Джарвис Гаррит, капитан. Барсов. А, 2 очка. Фиксирует, был заступ, видимо. 8-4 становится. 6-4 становится счет. Сахипов, да. 8-6. Счет, извиняюсь, на табло. Был не точно, и Тангиев в отрыве зарабатывает на себе фол. Будет бросать 2 штрафных. Пока у нас нет ни одного комментария больше. Давайте я обновлю. Возможно, мне YouTube не обновился. Да, пока я не вижу ни одного комментария. 100 человек у нас смотрит трансляцию. Напомню, что это национальная лига среди мужских команд Республики Казахстан. Играет Алматинский легион и Барс из Атрау. Вчера игра не состоялась по техническим причинам. И организаторы данной игры клуб Алматинский легион перенес вторую игру в спорткомплекс Достык. Забивает Тангиев. 8-7 становится счет. Сибиргин с мячом. Идет проход, остановка. Чиликин. Нет, не забивает Алексей Чиликин. Гаррет набирает скорость. Будет ли обыгрывать? Нет, не стал. Пас на Самсина. Дальше. Джамаури Грек пытается обыграть против Чиликина. And one. Забивает. Джамаури Грек. Все ли в порядке с ним? Может быть, в глаз что-то попало? Нет. Все в порядке. А, может, линзу потерял, да? Да, скорее всего, там игроки пытаются найти. Да, это все игроки Атрау пытаются найти линзу. Я так понимаю, Джамаури Грек. Да, интересный такой момент. Есть ли запасные линзы? Барс Петропавловск лучший все равно, пишут. Но Барс Петропавловск играет... высшая лига, а мы играем национально сейчас. И играют Барсы Атырау. Замена у нас. Владимир Иванов выходит на площадку. Так как он меняет Джамаури Грек, то он будет пробивать. Бонусный штрафной. Против Ирбиса Иванов неплохо провел первую игру. Кстати, он в той игре не вышел в стартовой пятерке, а во второй вышел. В старте игрок сборной Казахстана. Да, в составе легиона 2 сборника. Это Сахипов и Сивергин. Тимофеев. Неплохо. После Самсина. Третья уж попытка забить и палит. Рабчинюк или Самсин. Да, у центрового Атырау Рамазана Самсина второй фол. Ставит Роу сейчас сегодня легионер. Напомню, что он в национальной лиге есть лимит легионеров. 3 могут быть заявлены на игру. И только 2 из них одновременно находиться на площадке. Самсина на подборе. Кишон был близок
Перехват не точно. Гаррет. Дальше Самсин. Быстрый отрыв. Сложный. Два очка. Нет, не забивает Иванов. Иванов забивает с обратной стороны. 12-9. Плюс 3 повели Барсы. Очень интересная игра. Команды всего 3,5 минуты сыграли. Севергин. Уверенно забивает через Самсина. Несмотря на 20-30 сантиметров разницу в росте. Иванов. Будет ли давить Тимофеева? Нет, не стал. Рабчинюк. Рабчинюк. Эндуан забивает через Севергина. 14-1. Столько легион подбрался. В счете минус один. И сейчас забивает. А если, к сожалению, трансляции не видно, но я думаю, зрителей больше, чем спорткомплекс «Чемпион», так как достык, я думаю, раза в три больше. Под 900 зрителей вмещает. До стыки где-то наполовину он точно забит. Кого вы можете отметить из Барсы Трау? Есть любимый игрок? У меня нет любимого игрока, я комментатор. Но так как я лично знаком и общаюсь с Владимиром Новым, нравится мне его игра. Он среди кастанцев самый опытный игрок. У Латрасов, сборный, игрок сборной Казахстана, бывший капитан. Уже на протяжении 5 или 6 лет является основным игроком. Барс из Атрау. Сахипов. Пас на Севергина. Ой, Севергин сложный. Была передача. Гаррет фолит. Севергин давал на Кишона Таба. Сложную передачу. А, попросили уменьшить звук зала. Спасибо, что пишете. Мы сделали, если что, еще что-то не в порядке со звуком, с камерой, с трансляцией, то сообщайте, пожалуйста, так как мы первый раз проводим трансляцию в этом зале в данном сезоне. В прошлом году Ирбис первый полусезон проводил здесь свою игру. Севергин не забивает. 15-11 пока счет. Плюс 4 ведут Барсу. Чудеса техники от Гаррета. Тангиев на Рабчинюка. Рабчинюк будет ли обыгрывать? Нет, не стал. Тангиев отличный в проход. Забивает Тангиев. Тангиев не очень уверенно действовал, особенно в нападении против Ирбис. Сейчас достаточно увереннее играет. Сахипов не точно. Быстрый отрыв от Барсы. 5 в 3 не убегает. Рабчинюк под 45 стрешки. Мимо. Сэндуан. Отлично. Джамаур Грек забрал мяч. Перелетел. Через одного игрока поймал мяч под кольца и забивает. И тайм-аут был нужно взять. Главный тренер Алматинского легиона Дмитрий Коровников. Да, я не представил главных тренеров. Алматинский легион. Главный тренер Дмитрий Коровников. Помощник Оскар Егюбаев. У Барсы Атырау Тигран Гикчан, главный тренер, и помощник его Александр Лысяк, который является также ассистентом главного тренера сборной Казахстана. Статистика Алматинского легиона. Станислав Сахипов 6 очков, Севергин и Чиликин по 2, и Тимофеев Никита 1 очко. У Барса Атырау уже 6 игроков отметились набранными очками. Лидер Богдан Рябчинюк 5 очков, Джамаура Грек 4, Иванов и Тангиев по 3, и Гаррет и Самсин по 2 очка. Барса Атырау с двухочковой дистанции забивает 8 из 9. 89% реализация, да. Неплохая статистика. Еще раз напомню, что новичок. Алматинский легион Кешон Таб, который первые 20 игр полсезона провел в составе Иртыш Павлодар. К сожалению, Иртыш сейчас замыкает турнирную таблицу, занимает 8 место. А у Кешона в среднем по сезону статистика очень впечатляющая. 25 очков в среднем за игру. 5 подборов, 5 результативных передач и 5 перехватов. Вот и Кишок. Забивает. Это первые очки
американского легионера в составе алматинского. Сможет ли он усилить игру алматинского легиона против, после того, как Хасан Кипкеев покинул распоряжение клуба. Посмотрим. Будет ли повтор? Забивает отчит Кешон Тап. Вот это и тайм-аут. Нужный тайм-аут взял Коровников. 22-17. Минуты счет. Кешон. Сиверги накрывает его Иванов. Оба игрока сборной Казахстана. Сергей, нет, не точно. Чуть меньше 4 минут играет команда. И первый замен у нас. Яс Коломбетов выходит вместо Данила Севергина. Судьи данной игры Яна Никогасян, Азиз Турсунбаев и Захар Дюбишин. Комиссар Иван Гайнов. Тоже забыл представить. Марат Абат под вторым номером выходит на площадку. Мирей Уапов. Замены. Стави Барсов Атырау. Молодые игроки на площадку. Кишон Тап. Будет обыгрывать. Два заслона получает. Находит Тимофеева. Тимофеев с разворота в проход. Флоутер. Нет, не точно. Сивергин. Нет. Извиняюсь. Альберн не забрал мяч. Хендрикс Ванте. Находит Мирея Уапова. Камаврик Грек. Сложный бросок. Забивает. Маури Грек. Кишон. Вот та же комбинация. Тимофеев. Нет. Извиняюсь, Иванов. Отличное настроение у ребят. Два штрафных. Будет бросать Тимофеев. ...24-17. Счет достаточно растетивно играют атраусы. И достаточно команды. Тимофеев забивает первый штрафной. Тимофеев пока забивает только со штрафной линии. У него уже 2 очка и 4 подбора. Барс Атырау все по-прежнему очень... Высокий процент за очковой дистанции. 9 из 11 у них. Это больше 80%. Трехочковый. Нет, не точно. Марат Абат первую игру против Ирбиса не сыграл, а во второй игре вышел всего лишь в конце. Но сейчас, если честно, удивился, что он играет чуть ли не с первых минут. Данил Севергин. Очень быстрая замена. Минуту всего отдыхал и... Да, Сахипов. Идет отдыхать. Севергин. Да, Севергин на площадке, то он является основным разыгрывающим. Диас Калметов не точно. Мирей Уапов не стал бросать. Пас на Иванова. Игра внизу и легко. Камару Грек разворачивается против Тимофеева. Да, заметно, как Барс Атырау чаще использует своих центровых. Игра идет в основном через них. Джамаур Грек уже это 8 очков. Комбета после остановки средний. Нет, коротко. Мирюапов на подборе. Хендрикс. Чуть ли не потерял мяч. Хендрикс. Пас на Джамаури Грек. Грек. Да, фалят на нем. Джамаури уже 4 из 4. Двухочковая дистанция. 8 очков, 3 подбора. Очень результативно. Играет американский легионер.
Первый штрафной точно. Два из двух. Уверенно реализует Джамаури со штрафной. И двойная замена. Возвращаясь на площадку Гарри Джарвис. И впервые выход на площадку Махамбет Казимов. 34-м номером. Кроме Аклубека Уралбекова и Таукена Рахат, все игроки Атырау уже сыграли в данной четверти. Данил Севергин. Дальше на Тимофеева, на Кишона. Очень близко. Хендрикс с ним защищается. Но мне кажется, таки нужно сейчас смена. И Махамбет Казимов защищался. Кишон тап. Не забил, но заработал 3 штрафных на себе. Да, Захар Дюбишин показывает 3. 3 штрафных. Забивает Кишон. Скорее всего, Тап, да, его фамилия, я его больше по имени называю. Кишон Тап. 7 очков у него. Он уже сам результативно ставил Алматинцев. 8 очков. Вайзду. Строгачковый после тайм-аута, да, он сразу 2 атаки подряд. Забил с одной точки. 2 трехочковых. 3 из 3. Ты можешь сказать, что Кишон Тап забил, да? 3 трешки, 9 очков в целом у него. Немножко сократили отставание алматинцы. 28-22. И чуть ли не перехват совершил Севергин. Как понимаю, в зону устали. Игроки легиона. Данил Севергин разгоняет. Будет ли он 1 в 1 обыгрывать? Да, скорее всего. Пас на Колумбиэто. Колумбиэто... Нет, не точно. Диас Колумбиэто хороший бросок. Может он забить, но пока не вошел в игру. 0-3 у него с игры. Да, все по-прежнему зону играют. Понял, 2 вверху и 3 внизу. Кишон больше внизу сейчас играет. Пока просто пасами пытаются разбить. От Рауса Иванов. Да, Кишон просто вынужден бить по рукам Иванова, рост которого 2 метра 8 сантиметров. Второй фол уже у Кишона Таба. У мячка у Матинцев. Да, напомним, что у Алматинского легиона есть своя академия, детские секции. Принимаем детей с 6 лет. Также есть группа любителей, которые занимаются по вечерам для всех тех, кто старше 18 лет. И вся подробная информация на инстаграм-странице Алматинского легиона BC Легион. Подписывайтесь, узнавайте, приходите на баскет и записывайте своих детей. Если успеваете, приезжайте в спорткомплекс «Достык» возле станции метро театра Старовызова. У нас заканчивается первая четверть. 7 секунд остается. Севергин накрывает его Иванов. Это уже второй блокшот. Там всего 1 секунда оставалась на владение у легиона. Но все-таки от Севергина мяч ушел. Фиксирует судья. Гарет успевает выбросить. Нет, не точно. Тимофеев на подборе. И заканчивается у нас первая четверть со счетом 29-22 в пользу Барсов.
Начинается у нас вторая четверть. Владение за Бас, за Трау. Какие-то словечками обменялись Гаррет и Тишон Тап. Не знаю, были ли они знакомы. Ну, я думаю, уже пересекались между собой в чемпионате Казахстана. И Владимир Иванов достаточно уверенно забивает. Средней дистанции не часто вижу, как Иванов в целом бросает с данной позиции. Но уверенно пока. 31-22. Севергин. Да, фолит на нем. Хорошее настроение Владимира Иванова, что там пытался жестами подсказать, как нужно защищаться Казимову. Или он больше показывал плечами, да, как Данил Севергин обыгрывает своих оппонентов. Сахипов будет вводить мяч. 14 секунд на владение у Матинского легиона. Альбран. Стартом составом, да? Матинский легион сейчас. Сахипов, Тимофеев, Альбран, Тап и Севергин. Сахипов уверенно отвечает Иванову. Также со средней точно. 31-24. Просто на данный момент в первом месте на турнирной таблице, да. Алматинский Ирбис на первом месте. 19 побед и 1 поражение за 20 игр. Слушай, национальная лига будет последние 3 минуты лучше, чем Евролига, да. Очень нравится мне сегодняшняя игра, несмотря на не лучший спорткомплекс, так как чемпион, конечно, и красивее, и картинка получше. Хандрикс Ванте не забивает. Какая же у нас красивая, динамичная игра. На самом деле, равные соперники играют. Радует мне, что большинство казахстанских игроков — это молодые ребята. Младше 25, некоторые младше даже 20 лет. Данилу Севергину всего 19. Сахипову 21, если не ошибаюсь. Евростеп. От Хендрикса не может он забить. Второй атаку подряд. Кешонта, опасный Тимофеева. Высокие скорости у нас. Тимофеев через Иванова уверенно забивает. Хотя пониже ростом Никита Тимофеев. Забил он через Иванова. 2 минуты команду сыграли. Ну, смотрю, уже некоторые игроки уже, да, надышались, мне кажется. Тяжело, тяжело бегут. Так как скорости очень высоки. И Джарвис Гаррет забивает. 35-26 плюс 9. Идут Барсы. По игре так и не скажешь, да, если смотреть на табло. Севергин. Кишон. Пас Севергина. Севергин с 8 метров. Нет, не точно. Иванов. Не поймал мяч. Да, и Севергин спасает. Мяч уходит от Махамбета Казима. И тройная замена латерал. Уходит Самсин, Рабчинюк и Джамаури Грек. У Алматинцев возвращается Алексей Чиликин. Да, извиняюсь, Чиликин у нас стартовый игрок. Он сейчас отдыхал. Чиликин все сыграл 3 минуты и набрал 2 очка. Из-за этого я про него, честно сказать, забыл. Он открыл счет матчи. Так, что же у нас произошло? Казимов выходит на площадку. Почти 4 игрока, да? Савиатра вышли на замену. Небольшая у нас техническая пауза. Судьи сейчас разберутся. Кешон там сейчас с мячом. Он на позиции основного разыгрывающего. Получается заслон от Альбранта. Вот проход. Неплохая скидка на Сахипу. Да, но с той точки сложно забить. Чилики на совсем один. Точно! Алексей Чиликина нельзя оставлять на трехочковый. Если не ошибаюсь, я позже гляну, он лучше по реализации трехочковых бросков в составе Алматинского легиона. Альбрант неплохо защищался. Да.
У меня Свергин под кольцом. Что-то, надеюсь, все в порядке. Сказал, что он тяжело так дышал. Может быть, какое-то большое повреждение получил. Так, Чирикин помогает вести мяч. Кишонтап сейчас. Ну, все-таки по очереди, да, Свергин и Кишонтап. Разводит нечасто, видишь, когда два разыгрывающие на площадке. Свергин дальше. Треугольное нападение. Чирикин пас на Сахипова. Остается 9 секунд овладения. Уходит мяч. Вот Махамбета Казимова. Алматинцы будут водить мяч. Кишон. Установка средняя. Точно забивает. Новичок алматинцев. Это его уже 11 очко. Очень высокий процент попадания у Кишона Тап. Один из двух с двухочковой дистанции, два из двух с трешки и три из трех со штрафной линии. Еще один, одна голевая передача, два перехвата и одна потеря. 35-31 становится счет. Чамаури точно! Джарвис Гайвис, извиняюсь. Отлично он обыграл. Вернулся на трехочковую дистанцию и забивает. Не дают барсы подойти в счете. Ближе, ближе. Альбранд, нет, не забивает. Как только преимущество от Рау остается где-то 5 очков, сразу они забивают в следующей атаке. На этот раз не точно. Тамарой не забил. Свергин. Может, он обыграет Рабчуника, не стал. Чилики. Пас на Сахипова. Сахипов. Чилики на Альбранд. Альбранд забивает. Чуть выше штрафной линии. Неплохой бросок. Ну вот сейчас. 5 очков. Преимущество от Рау и отставание Легион, про которое я говорил. Следующие атаки. Нет, не точно. Подбор. Подбор остается за Трауцами. Фалит Альбранд против Джамаури Грег. А пока Джамаури переигрывает больших Легиона. И двойная замена. Тангиев и Иванов выходят на площадку вместо Самсина и Казимова. Грег. Первый штрафной точно. Это 11 очко американского легионера. Второй штрафной точно. Чилики. Неплохая была передача такая на Альбранта, но Рабчинюк Джамаури Грега перехватили. Лично передача. Молодец. Тангиев увидел американского легионера и забивает. Вот я говорил, недавно было плюс 5, а уже плюс 9 для барсов. Буквально пару минут назад такой же был счет, плюс 9. Потом Легион немножко сократил. Рабчинюк очень близко. Севергин. 7 секунд на владение, на вывод было у Севергина. Очень долго он относительно выводил. И трешка. Молодец, Даниил. Минус 6 для его команды. Отбились легионеры. А у нас Андрей Волков вышел на площадку. Сахипов. Было близко к Эндуану. Мяч так прокатился по дужке кольца и, к сожалению, вылетел. Будет пробивать два штрафных. Махамбет Казимов выходит на площадку. Интересно его использует главный тренер. Выходит одну-две минуты, потом дальше. Сахипов забивает. Девять из 11 со штрафной линии игроков Легиона. Такой же был процент, да. А, 8 из 11 был у Барсов.
42-38, уже 4. Я только что вот было отставание у Легиона 9 очков, уже 4. Зоны стали. Да. Два защитника наверху, это Волков, Севергин и, так понимаю, три внизу. Тимофеев, Чиликин и Сахипов. Сейчас Сахипов не смог поймать мяч. Переиграет его Джамаури, Грек, да, и Фол. Это третий команды Фол у Легиона. Спрашивают, какая самая высокая результативность у игроков Легиона. У Хасана Кипкеева было 12-2. И у Алексей Чиликин 13,1. В среднем за игру. А по трехочковым лучше Тимофей. Как ни странно, 39,5% реализации. Так, немножко я отвлекся от игры, глядя статистику. Джамаури Грек забивает со второй попытки, и счет становится 46-38. А у нас чуть больше трех минут остается до конца второй четверти. Очень интересная игра. Севергин, нет, теряет мяч, более высокий защитник. Джамаури Грек легко забирает мяч. Тангиев, нет, не стал торопиться. Рабчинюк, будет идти в проход, отлично. Классно, вдвоем они сыграли. Тангиев с Рабчинюком и тайм-аут. Второй, последний тайм-аут в первой половине взял Дмитрий Коровников. Я надеюсь, да, успеваю на все вопросы ответить по поводу турнира таблиц. Давайте озвучу все команды. Почти все команды сыграли 20 игр. Ирбис на первом месте. Клуб из Алматы 19 побед, 1 поражение. Кустанайский Тобол на втором месте, 14 побед, 6 поражений. Барс Этарау 13 побед, 7 поражений, на третьем месте. До серии с Ирбисом Барс Этарау были на втором месте. Актобе на четвертом, Астана Академия на пятом, Алматинский Легион на шестом, Каспий на седьмом и Иртыш на восьмом. Если сейчас, к примеру, закончится регулярный чемпионат и команды сохранят данные позицию, то в первом раунде плей-офф, в четвертьфинале, Барс Этарау будет играть против Алматинского Легиона. Но у Алматинского Легиона есть шанс, конечно, подняться как минимум на 4-5 место. Барс Этарау могут поменяться с Тоболом. Но даже если выиграют сегодня, то Барс Этарау будет на одно поражение больше, чем у Кустанайского Тобола. В целом, команды же после серии играют четное количество игр. Здесь будет нечетно, так как вчерашняя игра по техническим причинам перенесена. Алматинский Легион не засчитывает техническое поражение по договоренности. В целом игра перенесена на более поздний срок. Ну, я думаю, еще успеют сыграть команды. Спрашивают, почему Хасан ушел. Он, к сожалению, получил травму, я так понял, во время тренировки. И с конца декабря он не принимает участие в играх команды. А спасибо большое, Маргулан, Роман, что спрашиваете. У нас больше 200 человек на трансляции. Команды уже вернулись на площадку. Иванов палит. Вот блокировка на дриблинге. Практически Шона Таба. Это первый фол у Иванова и третий командный фол у Барсов. Сахипов нашел Тимофеева. Тимофеев обыгрывает Иванова. Получил контакт с Кишон Таап на перехвате и забивает уверенно. Неплохо пока проводит игру дебютант-новичок алматинцев. 40-48 становится счет. Это 13 очков Кишон Таап. Он самый результативный в составе Легиона. Рабчинюк под 45 стрешки. Не точно. Иванов легко забирает мяч. Дягит вытянуть длинную руку и забрал мяч. Тимофеева и легко. В проходе Джарвис горит. Молодец, Иванов вытянулся наверх. Некому было даже страховать. Внизу, чтобы помочь партнерам. Чиликин, нет, не стал бросать. Очень близко с ним играет Иванов. Сахипов. Здесь размен. Сахипов. Сложный бросок. Так, и фол. Время пробития броска. И два штрафных будет.
Сахипов. Сахипов второй. По результативности у Легиона 10 очков. У него неплохая в целом статистика. Да, Кешонта перешел в Легион. Это его первая игра вчера. Он планировал дебютировать в пятницу. Он приехал в распоряжение клуба и уже успели его заявить, так как он был до этого заявлен в составе Павлодарского Иртыша, где провел 20 очков, набирает в среднем 25 очков, 5 подборов, 5 перехватов и 5 передач. Бешеная какая-то статистика. Больше 4-3 очков в среднем за игру он проводит. Сейчас у него 2 из 2. Двухочковые как раз его очки и нужны команде. Посмотрим. В целом, всю четверть Барса Тара ведут в районе 5-10 очков. Если не ошибаюсь, до 4 очков сокращают отставание алматинцы. Ну, сейчас Сахипов будет бросать 2 штрафных. Если забьет оба, то будет отставание 8 очков. Командам играть. Минута 44 до конца второй четверти. Как же быстро идут. Идет время. Только игра началась, и уже конец второй четверти. Следующие игры данных коллективов в национальной лиге. Иртыш будет принимать. Иртыш будет принимать Барс из Атырау 2 и 3 февраля. Алматинский легион едет в гости Актобе, где 5-6 числа будет играть серию из двух игр. После этого данные коллективы идут отдыхать, так как у нас будет перерыв на игры сборной, которые участвуют в отборе на Кубке Азии 2025 года. И возвращаемся после выходных 1 марта, где в Алмате будет играть Ирбис против Астана Академии. А следующие игры в Алмате алматинского легиона будут 5 и 6 марта, также против Астаны. Сахипов забивает 2 штрафных, 50-42, минута 30 у нас. До конца второй четверти Кишон на перехвате. Пас на Чиликина. Кишон с этой точки уже забил. Отличный пас на Чиликина. Чиликин поднимает воздух. Иванова и забивает с левой руки. 4 очка подряд. Тут легион еще по-прежнему. Небольшое отставание. Легиона 6 очков. Посмотрим, сократят ли. Иванов под 45. Нет. Не забивает Кишон. На подборе. Пас на Чиликина. Нет, Чиликин не забивает, но он 2 штрафных. Будет пробивать. Иванов фалит. Спрашивают, почему да, вчера отменилось. Бело, вы правы. Во время разминки щит, к сожалению, сломался против после мощного данка Данила Севергина. И по техническим причинам данную игру перенесли на неопределенное время. Чиликин. Нет, не забивает мяч. 2-3 раза попрыгал. Да, спасибо, что смотрите подкасты. Пока. Ну, так как игроки высшей лиги в основном играют в Щучинске, и мы находимся географически в Алмате, то тяжело встретиться, кого-то записать, но мы постараемся. Кого-нибудь выцепить и записать. Спасибо, что смотрите. Работаем над популяризацией все вместе казахстанского баскетбола. Да, очень интересные игры. Ну, в целом, это самый интересный сезон за последние, наверное, 10 лет в национальной лиге. У нас 8 команд. И все игры очень интересные. 2 коллектива в Алмате. Я не помню, когда такое было. Каждая игра очком в очко. Как говорится, Кишонта в проходе. Сложные 2 очка с разворота. Фалом забивает Кешон Тап. Вау, вот это момент. Моментище. Как говорят футбольные комментаторы, Кешон Тап забивает. Я думаю, будет пас в угол. Мне кажется, все зрители ожидали пас в угол на Чилике, но он забивает после разворота. Это 15 очков Кешона Таба. Также у него 2 ассиста и 4 перехвата. Вау. Это да. 7 очков подряд у Легиона после тайм-аута. Забивает. Это 8 очко. Был счет 50-40, а уже 50-48. Всего 2 очка остается от преимущества Барсов. И у нас последние 30 секунд во второй четверти. У Легиона все 3 командных фола. Барса Тарау 5.
Средний, мимо. Молодец, Гарит, он же на подборе и забивает. 52-48, давно не забивали от Раусы. И у нас последнее владение. Во второй четверти Легион с мячом, Данил Севергин. 9, 8, 7 секунд. Севергин в проходе. Сигратин почему-то на трехочковый. Кешонтап. Нет, не забивает. Да, и заканчивается время. Богдан Рябчинюк был на подборе. Очень интересная игра. Заканчивается у нас вторая четверть со счетом 52-48. Плюс 4 ведут от Раусы. А мы вернемся через 15 минут. Не переключайтесь. Или приходите в спорткомплекс Достык. У вас еще есть время приехать и насладиться такой классной игрой между Барса Атырау и Алматинский Легион. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт Министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Thank you.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Возвращаемся в эфир. Начинается третья четверть. Алматинский легион уже на площадке. Классно, что у нас здесь свой мир. В комментариях ребята обсуждают, кто же самый сильный игрок. Пишут, самый лучший в нацке это Лоренцо Андерсон, Кешван Тап. Возможно. В целом, неплохой подбор легионеров в этом сезоне.
остальное время впервые у нас три иностранных легионера могут быть одновременно на заявке. Раньше было два. С дальнего зарубежья два. С ЕАЭС преимущественно это были россияне. И четыре, если не ошибаюсь, были. Нужно было игрокам на площадке. Тимофеев. Нет, не забил. Накрывают его. Сахипов. Не точно. Мериопов. Изменения, да, у нас стартом ставил латерал. Джарвис Гарри сейчас на площадке. Равченюк. Джамаури Грек. Мериопов и Рамазан Самсин. Самсин будет давить Чиликина. Легко забивает. Минус 4 закончилось. Вторая четверть для Легиона, плюс 4 для Барса. Сейчас еще становится 54-48, да, под 50 очков. Команды набрали. А, суммарно 100 очков, да, было набрано? Да, двумя командами. Достаточно рестативно. Сивергин больше шел на фол, но Самсин чисто защищался. Гаррет находит Равченюка. Заступ обидно. Ну и не забил Равченюк. На удивление мы Платона Гричина не видели на площадке. И Никита Федченко, он, к сожалению, заявки на игру, но не переоделся, как понял, из-за болезни либо травм. Сахипов, очень короткой ротации для этого Алматинский легион. Кешонтап. На ходе Севергина на тройке. Севергин. Ах, как же обидно, мяч вылетел. Ну, Кешонтап. Самый маленький на площадке сейчас. Забирает подбор, но теряет Чиликин. Дарит с мячом. Траусы пока не торопятся. Отличный проход Гаррета. Кешонтап. Сахипов. Сахипов не может. Ой, извиняюсь, Тимофеев-то был. Да, находится все-таки Сахипова. Станислав. Будет ли обыгрывать? 7 секунд остается. Остановка. Пас на Чиликина. Чиликин с отклонением. Нет, не забивает. Но игроки Атарау потеряли мяч. Кишон на среднем. Не точно. Так. Там борьба за подбор. Да, и забирает Атарау. Шмирея Апов. Неуверенно забивает через Сахипова. Да, пока ни одного очка не набрали игроки Алматинского легиона. Счет 6-0. В этой четверть в пользу Атарау. И Дмитрий Ковровников берет первый тайм-аут. Главный тренер Алматинского легиона. У алматинцев самый результативный. Кешонтап 16 очков. Сахипов 12. Чиликин 8 очков. Барса Тарау Джамару Грек 18. Джарвис Гарри 16. И Иванов 8 очков. Уже 30 подборов забрали от Раусы против 20 всего у Алматинского легиона. У Барса Тарау 66% зажигачковой дистанции, чуть ли не в два раза выше, чем у Алматинского легиона. Против 37, но легион лучше забивает трехочковые, 5-16 у них, 31%. У Барса всего 2 трехочковых из 11, 18%. Заканчивается у нас тайм-аут. Команды сыграли 2,5 минуты. Счет в данной четверти 6-0 и плюс 10. Ведут Барса Атарау. Ну, судя по игре, Алматинский легион неплохо играет после тайм-аутов. В первой четверти Шонтап две трешки положил. Посмотрим, как будет на этот раз. Чиликин. Не может найти. И теряет, да, мяч. Не может найти. Да, и теряет мяч. Алексей Чиликин. Гаррет с мячом. Вау, как же эффектно и эффективно Джамаури Грей забивает. Сперва он перепрыгнул кольцо. Потом вернулся назад и легко забивает. Альбран. Даниэль Альбран. Пытается выйти на площадку.
Сахипов. Уже минус 12 для барсов. Ой, для алматинцев. Неудачная передача. Самар Игрек забирает. Сахипов. Обратный перехват. Это первые очки алматинцев. В сегодняшней третьей четверти 60-50. Красивые цифры на табло. Барсы отрал. Лидируют. Что-то вроде зоны. Я не могу понять, как защищаются алматинский легион. Что-то теряется их. Игроков в защите. Кифалят на Джамаури Грек. Он будет пробивать. Да, два штрафных. И Альбранд выходит вместо Чиликина. Чиликин немного сегодня играет. Всего 14 минут он провел. Так как лидеры уже сыграли больше 20 минут. Если не считать 3-4 минуты, которые сыграли Диас Колымбетов и Андрей Волков. Алматинский легион всего играет 6 игроков. Шунтап, Сахипов, Севергин Тимофеев играют почти без замен. Больше 20 минут. Так, не забивай. Самару Грек первый штрафной. Больше 200 человек у нас на трансляции. Классно, что пишите комментарии, делитесь мнением. Сиверген забивает. 52-61. Становится счет. А Гефалит Сиверген. Против Джарвиса Гаррита. Да, возможно, я кого-то путаю, извиняюсь. Пытаюсь тоже и статистику параллельно смотреть. Извините, буду стараться не путать игроков. Рабченюк будет водить мяч. Самси нет, не теряет. Альбранд! Не забивает быстро Матрель Альбранд. Гаррит. Рабченюк на Мириопова, с трешки, не точно, неплохая была траектория. Команды подбор за кем? Да, за Легиона. Сахипов, пас на Кишона, Кишонтап. Очень быстрый у него дриблинг, но не получается. Сыграть, да, и два ведения, фиксирует Яна Никогасян. Возможно, не все правила баскетбола сейчас знает Кишон, недоволен он. Возможно, в Америке как-то по-другому. Реагируют судьи на правила. Ярвис Галич с мячом. Я думаю, Кишонов там самый быстрый дриблинг в лиге. Отличная передача на Самщина. И накрывают. И на подборе. Отлично. Никто не мешал Джамауру Греку. Он прибежал чуть ли не с трехочковой дуги и забрал мяч. И забил. Легко. Кишонта, пас на Севергина, Севергин, не точно, Альбранд, нет, не забрал, Джамаури Грек просто на обоих кольцах, на обоих половинах неплохо забирает подборы, в защите нападений, Мириоапов, пас, нет, не забивает, Джарвис Гаррит, Кишонта, да, фалит, Мириоапов. Неплохой тактический фол, да, и поддержат его оба тренера Барса Атрау. Это все первый фол. Барса Атрау за эту четверть. Счет 63-52, плюс 1 в пользу барсов. Данил Севергин в проходе, сложный проход. Выбивает Данил Севергин, это его 9-е очко. По-прежнему 11-4 в пользу Барса в этой четверти. 6-0 они начали уверенно. Да. Джамаури Грек с своими широченными плечами выталкивает Сахипова из-под кольца и забивает. И Джарвис Гарри забирает мяч. Быстро отрыв. Рабченюк. И Альбра. Пас на Сахипова. Сахипов сверху. Забивает. Сахипов очень эмоционально важный момент, но почему-то игроки легиона не возвращаются, у нас быстрый отрыв. Нет, не забивает Джамаури Грек. Кишонтап, очень интересная у нас игра, середина 3 четверти. Сахипов на Тимофеева, Тимофеев. Да, зачем он убегал, прыгал от кольца, все-таки нужно на кольцо, как мне кажется, но немножко подустал. Тимофеев. Мне кажется, там двойная замена. Колымбетов и Чиликин пытаются выйти у легиона.
7 секунд на владение у барсов. Сложный проход. Нет, не забивает Гаррет. Кишонтап. Мириапо фалит. Уже второй раз он фалит на Кишонтап. А, возможно, и Кимбиня. Нет, Шисламас Севергин. Там есть видео в инстаграме Алматинского легиона. Не забивает Кишон. С угла вышли Коломбетов и Чиликин на площадку. Вместо Тимофеева и Севергина. Хапченюк. Анстаповал. Джамаури Грек забивает он. Это уже 25 очков. Джамаури Грек. 25 очков, 9 подборов. Видимо, первый дабл-дабл в сегодняшней игре. Кишон. Уже плюс 11. С четверти в районе 10 очков преимущества. И забивает Кишон Тап. Забивал он по Ладаре. Забивает теперь и в Алмате. 19 очко американского легионера. Копченюк. Забивает Самсин после разворота. Если не ошибаюсь, кроме Астаны, во всех клубах у нас были американские легионеры. У Табол был легионер, ушел, а в других клубах есть как минимум один. Не забивает Кешонтап ЭТО. Сейчас я обновлю статистику. Если не ошибаюсь, ЭТО 18 очко. Двадцать первое очко Кишона Таба, извините, прошу прощения. Сложный момент. Джамаури Грек. Что-то было на бросок сверху, но фалит на нем Альбран. Тут битва легионеров. Кишон Таб 21 очко и Джамаури Грек, это его 27 очко. У нас 4 игрока меняются. Все, кроме бросающих штрафного. Тамаури Грек вышли со скамейки запасных. Махамбет Казимов, Марат Абад, Тангиев Тимур и Акылбек Оралбеков. Оралбеков первый раз, кстати, вышел в сегодняшней игре. И ждем, когда Таукен Рахат выйдет на площадку. Да, заявлен он, разминался. Я думаю, все в порядке с ним. И увидим его на площадке, скорее всего. А у Легиона пока мы не видели игру Платона Гритчина. А вот сейчас, да, Дмитрий Коровников объясняет ему. И выйдет Платон. Только Никита Федчиков заявлен на игру, к сожалению, не поможет сегодня. Матинскому коллективу 71-61 счет. Было 50-60. Да, и Уралбеков первый фол. Да, Гричин выходит на площадку. Сменщик больших, да, Платон играет больше, да, на четвертом номере, стоит за слон. Андрей Волков вышел на площадку. Платон, Чиликин сверху. Забивает Чиликин. ...71-63. Чиликин это 10 очко. Марат Абад. Очень молодые игроки в составе Атрау сейчас на площадке. Марат Абад, ему всего 18 лет. 2005 года рождения. Ровесник Данила Севергина и забивает. Джамаури Грек. Это 31 его очко. 11, 12 и 16 он забил. Вау. Впервые посмотрю. Сезон хай у Джамаури Грек, сколько он больше всего набирал. Чилики. Кишо. Кишон в проходе. Отличная передача. И накрывают Платона Гричина. Кишон Тап на перехвате. Это его четвертый. Это его пятый перехват. И фалят. Да, Марат Абад фалит.
Отлично. Джамаур Грег в среднем набирает 12,7 очков. Сейчас он чуть ли не в 3 раза больше. Набрал средних статистических показателей. Кишон. Пас на Платона. Платон 2,5 четверти. Сидел и забивает. Угадал заменой главный тренер. Платон Гричин. Забивает. Минус 7. Для Легиона. Тридцать очков больше набирал Джамаур Грег максимально в этом сезоне. 13 января против Актобе. Сегодня у него уже 31 очко. Да, это сезон хай, как говорится. Самая результативная игра американского легионера. Марат Абад хороший. У него трехочковый забил. Он одну трешку против Ирбис во второй игре. На этот раз не точно. Сиверги. От него Тангиев. Мне кажется, Вергин точно побыстрее на ногах своего оппонента. Будет ли он обыгрывать? Да, просит шире сыграть. Вергин, пас на Чиликина. Чиликин. 5 секунд остается. Забивает Алексей Чиликин. Это был не базер, но это были последние секунды Барса Матрау. Не остается время на атаку. И заканчивается третья четверть со счетом 73-68. Плюс 5 ведут атрауцы. Очень интересная игра. Да, пишут, очень рад, что наш казахстанский баскетбол развивается из года в год. Это точно. В количестве точно, надеюсь, и в качестве тоже мы растем. Единственное, да, неприятный цвет. Но я думаю, это больше резервная арена, спорткомплекс «Достык». И в начале марта мы вернемся. Что Ирбис, что и Легион, я думаю, будут играть. Спорткомплекс «Чемпион». У Ирбиса на этот сезон дворец спорта имени Баланшлага заявлен как основная арена. И две игры против Каспи в январе Ирбис провел. Вот спорт имени Баланшалака, который находится буквально здесь, возможно, меньше километра между спорткомплексом «Достык» и Баланшалак. Да, если так посмотреть, я думаю, зрителей больше, чем спорткомплекс «Чемпион». И думаю, может быть, логистически как-то удобнее. Метро рядом, ближе к центру города. И в целом Алматинского легиона хорошая фан-база среди детей, которые играют и занимаются в их секции. Я вижу, да, многих тренеров, которые воспитывают будущих чемпионов. Напомню, что у Алматинского легиона есть своя академия. Больше 6 залов у них. И набирают они детей от 6 лет. Также у Алматинского легиона есть тренировки для всех любителей старше 18 лет. В общем, вся подробная информация в инстаграм-аккаунте Алматинского легиона, БЦ Легион. Подписывайтесь, приходите на баскетбол и записывайте ваших детей. Ведь, как говорится, это лучшая игра с мячом. Начинается у нас очень интересно. Четвертая четверть, плюс 5. В пользу барсов. Стартовый разыгрывающий Джарвис Гарри. Сейчас с мячом. И потенциальный VP сегодняшний матчик Джамаури Грег. 11 номер. And one. От Гаррита. Очень высоко Гаррит. Вылетает. Там спрашивают, когда игру Каспи, к сожалению, не успеваю комментировать, смотреть. Здесь под видео есть ссылка на официальный сайт Баскетбольной Федерации, NBFTZ. Вы можете посмотреть всю подробную информацию всех игр на сайте Федерации. Передайте привет ПБК Астана, 9-10 год. Удачи ребятам. Матч РК. Данил Сивергий. Да, плюс 8. Барсы всю четверть таки вели. В районе 8-11 очков. Кешон Тап. Такой сложный бросок по очень высокой дуге. Нравится мне игра легионера сегодня. 23 очко Кешона. У него в сезоне самый лучший показатель — это 37 очков в составе Павлодара. В среднем он набирает 25. Думаю, точно он наберет как минимум столько же. Забивает Джарвис Гаррит. Это его 21 очко уже. Да, два легионера уже набрали 52 очка на двоих. Неточный трехочковый. Гаррит не торопится. 78-70, да? На счет был и 50-40, и 61-71. Посмотрим, будет ли 80-70. Сейчас Атрау забьет. Ангиев. Кроссовок.
потерял Тимур Тангиев, да, интересный момент. Жарвис Гарриет. Проход и теряет мяч, нет, фолят. Так, такой же момент, сейчас посмотрим, что скажут судьи. А Тимур Тангиев, да, у него выпал кроссовок. Этот раз он не забил, он забрал свой кроссовок. Да, интересный такой момент, нечасто я вижу. И Азиз Турсунбаев фиксирует, что время на атаку Барса Тарау закончилось. Очень близко защищается Севергиным Тимур Тангиев. Севергин. Пикинролл играет с Чиликиным. Чиликин против Казимова. Нет, не такую передачу нужно было давать. Уралбеков. Уралбеков тоже хорошая скорость. Ну, мне кажется, не глядя он давал. Да, ну, вездесущий Джамаури Грек. Как же он... Оказывается, там, где находится мяч, забирает он. Хотя была у Уралбеков не самая лучшая передача на Тангиева. И более опытный Джарвис Гарриет успокаивает Уралбекова. Говорит, не торопись. В целом, да, мне, конечно, не стоило бежать. Но Уралбеков без половины четверти сидел. Хочет показать лучшую игру. Сахипов выходит на площадку вместо Диаса Калымбетова. Маури Грек забивает. Севергин пас дальше на Сахипова. А вот 80-70, да, про то, что я и говорил. Красивые цифры на табло. Неудачная была передача там ближе к лицевой линии на Платона Гричина. И 13 секунд на владение Легиона. Сахипов, Тешентап, Чиликин, Севергин и Платон Гричик на площадке. Кишон с мячом. Кишон. Неудачная передача Платона Гричина. 5 секунд остается. Он идет в проход. И теряет мяч. 2 секунды осталось на владение. Да. Не удается Платону Гричину пока войти в игру. Тимофей выходит вместо Гричина. Барсы, барсы, скандирует публика. Да, интересно. Легион, легион, вау. У нас битва зрителей сейчас идет. Как раз зрители, это шестой игрок на площадке. Сахипов. Мне кажется, можно было остановиться и бросить трехочковый. Сложный был прохоз, разворот. Выпрашивает он фол. Нет, все было в пределах правил. Все по-прежнему. 80-70. Плюс здесь ведут Атарау. Не торопится Джарвис Гарриет. Пас на Тангиева. Тангиев. Нет, не точно. Уралбеков забирает подбор. На пару с Махамбетом Казимовым. Арвис Плоутер, точно, через Чиликина. Уверенно забивает разыгрывающий Барсов. Севергин, уже плюс 12. Только Атарау, пас на Чиликина. Чиликин, да, фолит против Казимова. Нет, играл против Казимова, да, Махамбет Казимов. Сфолил, и у нас замена. Сам Сим выходит на площадку. А это пятый фол. Да, это пятый фол у Махамбета Казимова. К сожалению, мы не увидим его в сегодняшней игре из-за перебора персональных фолов. За 15 минут он не набрал ни одного очка. 3 подбора и один блокшот. Казимова. Севергин пытается обыграть Уралбеков. Да, фолит. Убег Уралбеков. Если Севергин забьет два штрафных, то отставание его коллектива будет 10 очков. Посмотрим, что со штрафными. Джамаури Грек уже 33 очка. Джарвис Гарри 23. И Владимир Иванов
не ошибаюсь, мы его не видели в четвертой четверти. У него 8. У Алматинского легиона у Кишонотапа 23, у Сахипова 14 и у Чиликина 12 очков. Сивергин забивает. Только один штрафной. Счет 82-71. Остается 6 минут 36 секунд до конца. Так, и Рябчинюк Богдан выходит на площадку вместо Тимура Тангиева. Тангиева пока 5 очков. 2 из 2 заблочковые и 0-2 с трешки. Плюс 2 подбора. Кстати, неплохая статистика. Кишонтап. Проходе. Нет, не забивает. И на перехвате он же. Будет ли средний? Точно. Какая бешеная скорость у Кишона. Это его 8-й перехват. Плюс 25 очков. Нет, все-таки 7-й. Я думал, статистика обновится. 25 очков и 7 перехватов. 4 ассиста. 4 подбора. Это 100. Плюс-минус по статистике он также набирает каждую игру. Это было против состава Иртыш Павлодар, где он условно играл в более слабом коллективе. А здесь и соперник мощнее, который занимает 2-3 место. И коллектив Алматинский получше, который занимает 6 место. Нереапов уходит на площадку вместо Рябчинюка. Рябчинюк совсем немного времени провел. Сивергин. Чиликин. Чиликин против Уапова. Нет, не точно. Мне кажется, Чилике нужно было еще время, чтобы затолкать защитника под кольцо. И там уже более уверенно забивать. Раубеков совсем один. Забьет ли он? Нет. Эйрбол. Джамаур Грек пытался забрать мяч, но не точно. Так, у нас нет, нет. Я думаю, будет замена, нет. Пока замен нет. Ну, с первого дабл-дабл, да, у Джамаур Грек 33 очка, плюс 10 подборов. Сивергин теряет мяч, но Чиликин забьет ли на этот раз? Почему-то уже второй раз Нереапов остается против Алексея Чиликина. Тут там неравноценный замен, размен. Четвертый фол уже у Апова. Напомню, что у Махамбета Казима уже 5 фолов, неувидимый в сегодняшней игре. У остальных, у Рамазана Самсина на 3 фола, у остальных игроков меньше, все в порядке. У Легиона по фолам, у Чиликина 3, у Севергина 3 и у Кишонотапа 3. Пока все в порядке. Чиликин забивает, второй штрафной. Еще становится 84-72. Ровно 5 минут играть. Команда в четвертой четверти. Гарвис. Гарвис забивает, да, Самсин. Нет, он не подбил, но был близок, чтобы забить мяч, который был на дужке кольца. Кишонтап, не раздумывая, трешка, не точно. Тимофеев не забрал. Маури Грек, да, Нереапов, да, правильно делает, что не торопится. Идут они уверенно, плюс 10, 4,5 минуты играть. Теряет мяч. Алексей Чиликин не может, да, найти партнеров, кому дать передачу, чтобы развели мяч в игру. Сивергин, шагая Евростеп, да, и сам Симфолит. Уж пока это его рефери, да, не стоит играть. Уже после свистка. Четвертый фол у Самсина. И Тангиев выходит на площадку. Вместо кого? Вместо Уралбекова. Так, и тайм-аут берет у нас Тигран Гикчан, главный тренер Барсы Атрау. Передаем привет Данилу Сиргину, чтобы больше щиты не ломал, да. Но это бывает, игровой момент. Даже не игровой момент, а в целом баскетбольный момент, так как это был не в игре. Благо, как я считаю, что игра не началась. Игру перенесут. Скорее всего, игра состоится в Атерау, так как баскетболистам Барса уже нет смысла в регулярном чемпионате приезжать в Алмату. Они сыграли 2 игры с Ирбисом и 1
сегодняшнюю с «Легионом». По статистике, да, у нас у «Легиона» Кишантап 25 очков, Сахипов 14, Чиликин 13, Севергин 10, Барсетрау, Джамаури Грек 33, который набрал уже сезон хай, как говорится, в этом сезоне больше очков. Не набирал, до этого было максимум 30 в играх против Актобе, и Джарвис Гарри 25 очков. Иванов 8, Самсон 6, Тангиев 5, Равчини 5 и Мериопов 2 очка. Смотрю статистику, у Робчуника аж 5 потерь. Хотя есть 5 подборов и 2 перехвата. Да. 14 потерь у Барсов и всего 10 потерь у Алматинского легиона. Неплохо они идут. Ну, по подборам, да, Барсетаров сильно выигрывает. 42 плюс 29. Большое преимущество на подборе. Как говорится, кто выигрывает, чит, выигрывает матч. Посмотрим. Что будет на этот раз. Данил Севергин забивает первый штрафной. Напомню, что Рамазан Самсон свалил на нем, и у Самсона на это уже четвертый фол. ...84-76 счет. Очень интересно, у нас 4 минуты в четвертой четверти. Гаррет. Неудачная передача Джамаури Грег на Самсона. Не поняли два больших друг друга. Тимофеев пас на одного Чиликина. Чиликин уверен, выбивает из-под кольца. Сокращает немножко отставание легион. Минус 6 сейчас. Не ошибаюсь, 11 или 12 очков было максимальное преимущество у Барсов. Севергин против Тангиева. Тангиев. Падений нет. Не точно. Чилики на подборе. Быстрый отрыв. Как минимум один игрок. Преимущество у легиона. Тимофеев. Средний. Не точно. У Чиликина было преимущество. Но неудачно была такая позиция на подбор. Больше он как-то под кольцом находился и не достал мяч. Ишон Тап сейчас защищается против Гаррета. Классная у нас атмосфера. Под сводами спорткомплекса «Достык». Легион, легион. Скандирует публика. Отличная передача на Самсина. Самсин забивает. С левой руки Севергин. Проходит. Да. И голтендинг забивает. Мяч засчитывается, так как Джамаури Грек уже ставил блокшот после того, как мяч коснулся. Щит. А этого нельзя ни в коем случае делать. Либо 2 очка будут засчитаны, как в данном эпизоде. Гаррит, да, легко отрал. Разбивает такой несложный прессик от легиона. Гаррит не торопится, но отрался в целом. Не стоит торопиться, нужно использовать все 24 секунды от легиона на атаку полностью. Грег. Фол внизу. Фиксирует судья. Это третий командный фол у легиона. Окей, легионы не согласны, говорят, была пробежка, но судье виднее. Да, 14 секунд овладения, все верно. Тангиев. Тамару Игрек. Хочет мяч внизу, да, на нем Кишунта пытается сдваиваться. Дабл, нет, не забрал мяч. Сахипов, ну нужно ему помогать. Ух, Чиликин, отлично. Справляется, мне кажется, давно надо вот так Тимофееву помогать, потому что он физически просто не справляется против Джамаури Грег. И Кишон Тап теряет. Это третья потеря у новичка алматинцев, напомню, который перешел из Стана Павлодарцев в Алмату. И это его дебют в славе алматинского легиона. Джарвис Гаррит с мячом. Остановка отличная. Данил Севергин. Что там у нас? Ай, тайм-аут у нас берет Дмитрий Коровников. При счете 88-80. Минута 49 до конца. У нас четвертой четверти. Как зовут комментатора? Меня зовут Алишер Ергалиев. Я
Постоянный комментатор алматинских клубов и легиона Ирбис. Также он, есть у меня коллеги, которые сегодня, к сожалению, не смогли присутствовать. Дмитрий Чмиль и Илья Кузыров. Да, у нас больше 200 человек на трансляции. И еще как минимум столько же зрители находятся в спорткомплексе «Достык». Минута 49 остается до конца четвертой четверти. Что у нас по результативности? Ставь игроков алматинского легиона. Кешонтап 25 очков. Чилигин 15. Севергин и Сахипов по 14. У Барса Трав все по-прежнему. Мавру Грек 33 очка, который, кстати, давно не набирал очки. И Гарри Джарвис 27. Выделяется статистика Джамауры Грек. Помимо 33 очков, 11 подборов, 2 ассиста, 4 перехвата и 9 раз фалили на нем. И у него ни одного фола. Да, для игрока, который играет снизу, иметь ни один фол — это редкость. Учитывая, что он сыграл 32 минуты уже на площадке. Лидеры легиона уже сыграли больше 32 минут. Кишон там почти вообще без замен. 35 минут у него на счету. Так. Команда уже вернулась на площадку. Алматинский легион с мячом. Чиликин, долго не думая, общит. Нет, не забивает. Трехочковый немножко совсем не хватило. Здесь в спорткомплексе «Досты», кстати, видно, что кольца немножко другие, чуть мягче, чем в спорткомплексе «Чемпион». И так обидно, что мяч не залетел. Джарве, сложный проход через Тимофеева. Чилики на подборе. Севергин не стал. Да, не стал Данил Севергин. Давать передачу на Сахипов. Решил сам сыграть. Да, и мяч уходит. А Данила Севергина выбили у него, и мяч уходит. Ноги передумали. Поменяли решение своей судьи после небольшого совещания. Минута 21 остается до конца четвертой четверти. Нужно легиону набирать, если не хотят сравнять как минимум счет матча. На прессинг по всей площадке. Но против Гарри это очень сложно. Хороший у него дриблинг. У легиона 3 командных, да, замечания. У Барса Тарау 5. Посмотрим. Данил Севергин. Мириапов. Трехочковый. Нет, не точно. И как подбор. Подбор за Тимофеевым. Да, и фалят на нем. Кто же фалит? Это первый фол, скорее всего, Джамаури Грек. Посмотрим. Или Тангиев. Вот, Тангиева. Тимур Тангиев фалит. Это пятый командный фол уже у барсов. Грег самый лучший пишет. Кишон кидала. Ну, возможно, из-за того, что он перешел из Иртыша в Алмату. Возможно, да, не забивает. Тимофеев, нужно забивать. Каждое очко, в каждом нападении. Игрокам легиона, чтобы отыграть 8 очков. Отставание забивает. Никита Тимофеев, это его 8 очко в сегодняшней игре. Кулбек Куралбеков выходит на площадку вместо Тимура Тангиева. Прессинг по всей площадке. Игроков легиона. Мириапов. Фалит. Кишон. Тап. Не знаю, это было запланировано или нет. Четвертый фол у Кишона Таба. Секунд остается до конца четвертой четверти. Вергин очень близко против Мириапова. Не фалит, но потому что чуть ли не обнял его. Урлбеков с угла и аут фиксирует судья. Ну, хотя, если бы не было бы аута, мне кажется, Урлбеков забил бы из-под кольца. Никто ему не мешал. Сахипов. Тимофеева. Легион. Нужно быстро атаку. Сахипов на Чиликина. Чиликин.
Мимо. Второй раз уже не забивает Чиликин. 88-81. Да, время тает. Остается 20 секунд, 7 очков. И перехват. На физический регион. Чиликин. Пас на Сахипова. Сахипов. Фолит. Самсин — это пятый фол. Центрового. Главное, не забил. Не дал забить сопернику. Слышу, как уже зрители говорят, нереально догнать. Посмотрим, это баскетбол, все бывает. ...88-81 счет. Сахипов. Первый штрафной, точно. Да, за последнюю минуту Данил Севергини забил в проходе. Чилики не забил две трешки. И Тимофеев не забил одно очко. Один штрафной. Сахипов 2 из 2 уверенно. На опыте. Забивает Сахипов. Капитан алматинцев. И 15 секунд, минус 5. Для легиона плюс 5 за барсами. Да, очень интересно, что же сейчас будет. Ну, легион, я думаю, точно будет валить, так как большое отставание. Команды возвращаются уже на площадку. У нас 15 секунд. Остается до конца четвертой четверти. Плюс 5 преимущество у барсов. И они владеют мячом. У обоих коллективов перебор командных замечаний. Гаррет будет мяч. Да, Грег с мячом. Чиликин не фолит, на удивление. Уже нужно фолить, мне кажется, да. 5 секунд. Прошло, выиграли, мне кажется, 5 секунд барсы. И что у нас? Замена. Да, Дьяскал Мета выходит на площадку. У Данила Севергина 5-й фол. Кишона Тамба пока 4. Гаррет на линию штрафных бросков. Первый точно. ...89-83. 128-е его очко. Второй мимо. Нужно быстро атаку от легиона. Яскомбетов на Кишона. Кишон. Нет. Заканчивается время. 2-1 секунда. Да. Очень интересная игра была. Заканчивается счетом 89-83. Плюс 6 выиграли барсы. Всю игру они вели, но алматинский легион пытался догнать. Была интересная игра. Это был дебют Кишона Таба, который всего 2-3 дня был в распоряжении клуба. Спасибо. На этом наша игра заканчивается. Поздравляем барсов с победой. Они сравнялись с Тамболом по количеству побед. С вами был Алишер Ярагалиев. До скорых встреч. Всем пока. А следующие игры в Алмате мы увидим.
Процессы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт Министерлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Зенді қақ кез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын жетуге ұмтылу, жеңіс